понял? Да чего? Ты доводишь мать! Нравится? Нравится тебе, я слышу, нормально! Может, подожди, не надо! Куда? Тебе не надо в таком положении так делать! Все! Не надо! Все. Хватит, все, пожалуйста! Все. Все, пожалуйста, тормози, все. Мышка, зла не хватает. У все, меня тихо, зла уже не все, хватает. Все, тихо. Нравится? Все. Нет. Все это надоело. Все это надоело. Зачем я это делаю? Ё-моё. Лёх, ну нафига ты это сделал? Ну что ты продал? Ну нафиг ты владельца купил? Продать клавиатуру. Мама тебе ее искала. Вы все это покупали. Заказывал он тебе. Несколько десятков. Зачем? Молодец. Так, сколько можно уже эти затраты? Слушай, я по... Давай. Ты мать успокой потом, ладно? Я не буду сейчас ее так снимать. Все, давай. Она вот плачет у тебя вся. Ты что-нибудь чувствуешь, нет? Ну нафиг ты продал клавиатуру, а? Она, видишь, в каком положении? Реагирует как? Ой, ты неблагодарный! Ладно, давайте это тут. Я пойду. Я еще потом спрошу. Я еще спрошу, можно ли выкладывать этот ролик потом у твоей мамы. Может, нельзя. Если он будет на канале... Если он будет на канале, значит, она разрешила. Пока она успокоится, я спрошу. Все, давай. Вообще, блин, очень жалко. Друзья мои, она в итоге разрешила это выкладывать. Честно говоря, я уже не надеялся, что можно будет это выложить, потому что я ушел оттуда, и я все-таки позвонил. Она сказала, конечно, выкладывай. Ладно, ничего страшного. Она дала добро.